Привет, с вами Соня Игрушкина, и сегодня мы будем открывать три киндер-сюрприза. На этот раз не один, а три. Даже целых три. Так, начнем распаковку. У меня здесь киндер с принцессами и два с фиксиками. Я хочу открыть первый с фиксиками. Мне кажется, скорее всего, здесь выпадут фиксики. Так, с фиксиками. У меня в холодильнике лежат, так что они все замерзшие. Так, посмотрим, что тут лежит. А здесь это велик или бутер. Да, это что-то. Сейчас разберемся, что это такое. Здесь наклейки есть. И сейчас посмотрим, что это. Да, это скутер. Вот он. Или это самокат, скорее. Давайте. Это самокат, да, скорее. Сюда. Так. Не торопись. Так. Зачем под ногами пол? На самом деле это вот там произошло. Где марка? Это. Будем клеить. Вот клейки. Аккуратненько. Это же не очень аккуратненько, но. Вот такой получился скутер. Это первая такая игрушка, тут еще коллекции. У нас еще впереди два киндера, так что... А, здесь еще что-то можно наклеить. Так. Это я не рассмотрела. А! Вот, это куда клеится. На бока клеит. На бока. Следующая наклейка. Вот это я держу. Это... Вот так вот. Получилось вот такая вот, такой вот стильный самокат, или это скутер. А сейчас будем открывать второй киндер с принцессами. Не удивлюсь, если мне попадется такая же игрушка, которая мне попадалась. Ой, тут киндер, конечно, чуть-чуть поломанный. Ничего. Ух ты, какая штучка прикольная. Это рисовать. Лягушка. Ставить. Может, ты что-то есть? А, да, вот так вот. Здесь можно красить. Сразу крашивать. Этой лягушкой я буду потом. Сейчас открываем третий киндер. Самый последний. Завершающий киндер. Попался магатом. Прикольно. Ну как бы он должен был. Ну хотя да, ты из коллекции уже. Это не там. Это... Да, нолик. Написано нолик. Угу. И вот еще какая здесь целая коллекция их. Коллик катается на самокате. Уху! Ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. Всем пока!